Куми подорожала вареная колбаса, но стала дешевле копченая. Данные публикует Комистат. Также выросли цены на масло подсолнечное на 1,7%, хлеб ржано-пшеничный на 1,6%, яйца куриные на 1,4% и рыбу мороженую неразделанную на 1%. В то же время дешевле стали не только копченые и полукопченые колбасы, но и рис на 4% и вермишель на 3,1%, а также чай черный байховый, мука пшеничная и молоко пастеризованное. Плодовощная продукция выросла в цене. Впрочем, это и не удивительно. Ежегодно осенью цены на фрукты и овощи повышаются. А вот цены на бензин снизились на целых 2,1%. Стоимость дизельного топлива осталась неизменной.